Сбербанк Южной Осетии открыл филиал в торговом центре «Солнечный». Ранее услуги банка предоставлялись только в головном офисе по адресу Сталина, 20. Необходимость дополнительного офиса, она озвучивалась еще с 2012 года. Однако в конце 2019 года окончательное решение об открытии было принято по согласованию, конечно, с Национальным банком. Подготовительные работы в дополнительном офисе, они были завершены уже в первом квартале 2019 года. Однако из-за карантинных мероприятий нам пришлось открыть его только сейчас. Теперь жители близлежащих улиц и всей республики смогут посещать данное структурное подразделение за следующими услугами. Можно воспользоваться такими услугами, как осуществление платежей по кредитам, оплата коммунальных услуг, выдача пенсии. Дополнительное отделение отвечает всем современным требованиям к банковскому учреждению. Офис действует на первом этаже торгового комплекса «Солнечный». Район густонаселенный, поэтому, благодаря своему территориальному расположению, руководство банка уверено, филиал будет востребован. Помимо отделения установлен и банкомат Национального банка. В планах на будущее у руководства банка расширение спектра предоставляемых услуг. В том числе в скором времени в здании Национального банка Республики должен начать функционировать банкомат для пополнения счета банковских карт «МИР». Марианна Чочева, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск сегодня.